обращаясь к детям России, которые тегнули меня под дуэтами, что вы открываете сок, пьете, и там нету крови украинских детей. Так вот, что я хочу вам сказать. Вы же проходите мимо, например, не знаю, детского дома, в котором живут дети, и вы понимаете, что ну, что-то произошло такое ущербное и грустное с их жизнями. У них нет ваших подарков, у них нет ваших квартир, у них нет ваших кроваток. У них нет поездок, я не знаю, если кто-то из вас ездил в Грецию, в Турцию, не знаю, в Юрмалу, в Анапу. У них этого ничего нет. Я думаю, что... Ну, я даже не знаю, что... Вот, что... Я не хочу никак оскорблять их, но у них изначально другая жизнь. Ну так вот, я вам говорю, что вы такие же другие. Поняли? Если вы не понимаете то, что я вам говорю в ТикТоке, то вы вот эти люди, у которых нет нормальной жизни, нормальных мам, пап, сердца, ничего этого нет. Понимаете, вы вырастете, и вот вы будете другие. Вот вы для меня вот такой вот отдельный народик, который не понимает, как все взаимосвязано в России, начиная от убийства украинских детей, заканчивая вами, детьми, открывающими холодильник и пьющими сок из холодильника.